Та же самая проблема. Вы можете создавать продукт, и вы, и ваш друг, но вы не можете, вы не понимаете, как его доносить до потребителя. Нужны другие люди совершенно. Эти люди, вот как она сказала, продавцы, может, вам достаточно продавца, потому что у вас креативное мышление работает на потребителя, то есть вы понимаете, какой товар надо сделать, чтобы понравилось. А может быть, и недостаточно вашего понимания. Но вам нужен человек, который бы думал о том, как этот товар отдать кому-то и направить куда-то. Вы не можете этого делать, поверьте мне. У вас нет на это природы, потому что есть, ну, такое понятие. Я могу продолжать. А у вас нет выбора. Это да. Вы уже нашли себя, свое предназначение вы нашли. Вы не сможете его поменять уже никогда в жизни. Это то, что вам надо делать. Спасибо.